В Новосибирске прошли всероссийские свято-николаевские чтения. В форуме приняли участие преподаватели Новосибирской православной духовной семинарии и ведущих вузов России, представители научного сообщества и семинаристы. Всего в работе чтения приняли участие 112 человек из 15 регионов. В Новосибирской духовной семинарии состоялись всероссийские свято-никольские православные чтения. В стенах Высшей духовной школы накануне Дня памяти святителя и чудотворца Николая, духовного покровителя Новониколаевской Новосибирска, они проходят уже во второй раз. Любые чтения, любые конференции – это возможность, прежде всего, общения людей, которые увлечены какой-то темой, а общение всегда поддерживает. Всегда появляется какой-то стимул чем-то заниматься, когда ты чувствуешь, что есть еще люди, которые этим интересуются. Программа чтений обширна и представлена разнообразными докладами. В первую очередь, внимание выступающих было обращено теме, посвященной 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Юбилейные торжества памяти святого пройдут в Новосибирске в начале осени. С приветственным словом к участникам свято-никольских православных чтений обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Для всей Новосибирской митрополии стало доброй традицией активно поддерживать научные мероприятия, проводимые Новосибирской православной духовной семинарией. Среди этих мероприятий особое место занимают свято-николаевские чтения, названные так потому, что город Новосибирск от начала 20-го столетия до 1926 года носил имя в честь великого христианского святаго, святителя Николая Мирликийского. В 2021 году мы все с вами также являемся участниками великого события – 800-летия со дня рождения святаго благоверного великого князя Александра Ярославовича Невского, выдающегося государственного деятеля Древней Руси, который в своей жизни руководствовался высшими христианскими добродетелями, человеколюбим и милосердием. Прославленный церковью и народом, святой князь Александр Невский, положивший душу свою за други своя, ныне прославляется как один из величайших сынов нашего Отечества, небесный покровитель земли русской. Святые угодники церкви русской являются для нас ориентирами и дают пример созидательного труда, служения ближним, доброделания, духовного и научного просвещения. Отрадно видеть, что складывается круг постоянных участников наших николаевских чтений. Уверен, что данная конференция послужит всестороннему развитию духовного, гуманитарного, научного образования в Новосибирском регионе и на всероссийском уровне.